электрички ехали, вот на этой Донжевке, долго шли через какой-то пустырь. Я оказался как раз в храме, в общем-то, жена Лена мне Битлз. И я думаю, что Коля и был тем самым храмом, который всю жизнь хотел построить. Я хочу песню сыграть, не знаю, но если это не Битлз, ну, move on.
Еще!